Одна из доминант культуры 3 А и Б микрорайонов в плачевном виде уже не будет. ДК «Молодежный» станет украшением и гордостью муниципального образования. В сентябре на сессии депутатов города-курорта были выделены средства – 1 миллион 280 тысяч рублей на замену электропроводки в концертном зале и ремонт кровли. В связи с тем, что это была мягкая кровля, она всегда набиралась воды. Все время там где-то копилась вода, и потом это все шло по нашим стенам, стекало. И вот, конечно, это было мучение для нас, и для сотрудников, и для всех остальных. Теперь все иначе. Проведена полная замена. Покрытие жесткое, надежное. На базе Дома культуры 10 творческих коллективов со званием «Народный» и «Образцовый художественный». Это победители международных, всероссийских и краевых конкурсов. Всего более 700 юных артистов, среди которых всем известные коллективы «Империя», «Даймонд», «Мария», клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра». Концерты, а также другие мероприятия часто проводят в холле. Летом сценой для артистов является парадное крыльцо. Также ребята участвуют в выездных концертах. Так что, несмотря на отсутствие зала, культурная жизнь «Молодежного» не стоит на месте. В первой половине следующего года строители займутся капитальным ремонтом зала на 250 мест. В следующем году у нас 2 миллиона 600, это именно уже мы будем заниматься концертным залом. Все работы, которые там мы планируем, это и пол, и потолок, и сцена. Пытаемся это делать новыми материалами, чтобы это был достойный зал для города, для нас, для культуры. Мы счастливы, довольны, благодарны администрации, что на нас обратили внимание. В 2014-м сцена получит новое обрамление, световую и звуковую аппаратуру и, конечно же, театральное кресло. Проведут косметический ремонт в залах хореографии. Их здесь два. Планируется покраска стен, замена пола и установка хореографических станков. Так что планов на будущее еще очень много. Светлана Авилова, Артем Зибаров, Анапа регион.